Очередная тема, посвященная 70-летию освобождения Украины от гитлеровцев, объединила членов военно-исторического клуба «Звезда» 11 декабря. На этот раз любители военной истории сменили место дислокации, собравшись в Центральной библиотеке имени Котляревского. Обсуждали одно из крупнейших сражений в мировой истории – битву за Днепр, в ходе которой Левобережная Украина и Киев были освобождены Красной армией от нацистских захватчиков. Подробный доклад о целях, ходе и результатах операции подготовил президент клуба Юрий Поминов. Историческую хронологию битвы за Днепр автор доклада излагал при помощи самостоятельно изготовленной карты, чтобы слушателям было проще отследить за передвижениями Красной армии и армии противника. Очень интересный доклад о Днепровской военно-воздушной операции подготовил Александр Сериков, офицер-десантник в отставке. А потому о многих аспектах высадки советских войск он говорил, что называется, сознанием дела. Впечатляющим вкраплением в доклад стали отрывки из воспоминаний режиссера Григория Чухрая, участника операции, который высадился с парашютом на оккупированную врагом территорию и чудом остался в живых. Это заседание клуба стало последним в уходящем году. Юрий Поминов поблагодарил всех, кто участвует в деятельности военно-исторического клуба «Звезда», отметив, что в грядущем году членов клуба ждет множество интересных тем, связанных с 70-летием освобождения Украины и Восточной Европы от гитлеровцев. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».